Ваши пчелы, блядь, дают неправильный мед. Сегодня 1 мая. Всех поздравляем с праздником трудящихся. Вот. И, конечно, у нас сегодня приехали гости, и мы занимаемся огородом в первую очередь, как постановил наш хозяин. Прораб. Да, прораб. Сегодня у нас хорошая погода, солнышко. Ну, на улице не сказать, что очень тепло, но... Сколько у нас градусов сегодня? Сейчас. Ниже Цельсия или выше? Выше. Было 6-5. 6, ну а сейчас, наверное, градусов 10. Вот. Вчера мы перепахали весь огород, и сейчас будем делать гряды. На обе стороны. Так, а как же навоз? Ну, навоз. Он правильно посередке делает. Это вот здесь у нас палки, это будут праборозники. Старайся клубнику не зарывать. А вот в эти траншеи, да, будем... Да, дед, тебя надо наругать, блядь, за такие ручки. Класть навоз. Так, не матюгаться. Будем класть навоз. Вот у нас вот тут куча. И вот здесь вот куча. Вот. Сейчас это самое главное для нас. И потом будем уже заниматься теплицами. Мужчинам нашим с непривычки тяжеловато. Ну ничего, за выходные они успеют втянуться. Вы главное делайте, чтобы праборозник там сделать к этому клубнике. С этой стороны будет, да? И с этой стороны. А клубники тогда... Да. А ты где там праборозник-то будет сделать? Ёпта, налейте ему стакан. Так, все, тихо. Вот у нас навоз от коровы. И мы сейчас будем его класть в траншеи. Никаких других минеральных удобрений мы стараемся не класть, но только по минимуму. Вот. Радуемся такой погоде, потому что я много показывала в роликах, что холод, холод, холод. Вот, видите, почки цветочные. Будет скоро у нас слива цвести. Ну, как будет холодно, и толку от этого не будет. Вот. В коляску бы, Сережа, больше бы вошло, чем бегать, сказывая. Да, как проехать с этой коляской? Да, вот именно. А как с коляской проехать-то? А, солнце еще высоко. Залетали вон пчелы. Наверное, это наши. Сейчас пойдем посмотрим. Я выставила рамки полупустые, чтоб почистили. Рамки.
Вот как блестит навоз, а запах вкусный. А вообще, конечно, от озера еще холодно. Северный ветер все время. Вот. И, конечно, тепла нет. Не прогрелась ни земля, ни воздух. Ну, все впереди. Вот. Вот так летают пчелки, чистят. Чистят рамки помаленьку, потихоньку. Потом все эти рамки отправим на перетопку. Выставляю по несколько штук. Потом забираю и другую партию. Вот. Чистят.